цей заклад був створений для людей, і зараз він також працює для людей, ради людей. Тому в зв'язку з відповідальними подіями було прийнято рішення його переформатувати під центр для біженців, щоб допомогти людям остановитися, віддихнути, помитися, поїсти і переміщатися далі в більш безпечні місця. Ми сіли номера преимущественно женщин и детей, по несколько семей, как можно больше возможностей покормить людей, как можно больше количества обеспечить питанием, также занять детей. Тоже важно, чтобы они не чувствовали тяготы и ужасы происходящих событий. Магазины все закрыты, аптеки не работают, больницы не работают, еды и ничего нет. Удовольствия вообще нет. Люди выживают как могут. Нас приняли вообще хорошо, мы не ожидали такого приема. Мы приехали на вокзал, не знали, что делать. Позвонили по координаторам, нам была знакомая, которая помогает, волонтеры. Нас приняли, поселили, хорошо накормили. Мы в шоке от такого приема, если честно. Там настолько бьют грады, там, мины, я не знаю, они с самолетов бомбы бросают на нас. Рядом с нами воинская часть, там они на нее бросали такую бомбу, понимаете, чтобы под землей часть взорвалась, потому что радисты, они под землей. Вот они когда сбросили самолету эту бомбу, это что-то было страшное, просто Салтовка только от этого взрыва вся содрогнулась, там много где стекла повылетали. Вот семьей приехали в Днепропетровск, сам стал военкомат на учет, в сбройные силы, и пойду сейчас что-то служить, конечно, обязательно защищать. Никуда не собираемся. Много моих друзей также пошли в военкомат. Победа за нами однозначно. Наш комплекс называется Бесривер Резорт Бартоломео, клуб Бартоломео. Это имя связано с именем первооткрывателя, мореплавателя Диеша Бартоломео, португальца, который открыл мыс Доброй Надежды в Южной Африке. Все, что здесь было сделано, все декоры, корабли, они связаны с этой историей. Открытие мыса Доброй Надежды. Но сегодня это уже не декор и не просто история. Сегодня это место уже реальный мыс Доброй Надежды. Конечно, никто к этому не стремился, никто этого не предполагал, что вот это место, этот полуостров превратится в реальный мыс Доброй Надежды. Вчора нас привезли сюда, до міста Дніпра. Тут нас зустріли, заселили, ну, поки все добре. Здесь находят, обретают надежду и веру в добро, которое восторжествует и победит. Поэтому мы верим в эту доброту, в эту надежду и уверены, что это скоро произойдет. Слава Украине! Свобода Украины! Мы победим. Это, наверное, искреннее сердце и желание помочь всем людям для того, чтобы было все есть Украина.